Я вас приветствую, друзья, с вами Бляр, и мы продолжаем с вами наблюдать за World Series 2018 года по Generals Zero Hour 1-16. И Дэнс против Логики. Да, это тот самый Логика, который, ну, в последнее время играл под ником Firestorm, но здесь он решил поставить именно свой старый ник Логика. И Дэнс у меня мелькал в топ-реплеях, и напоминаю, что Дэнс на прошлом World Series, если не ошибаюсь, я то попал в полуфинал. Так что борьба будет достаточно серьезная, ребят. Погнали! Первая игра на карте пустыня у нас. Встретится два клашника. А именно Дэнс, Гла, секретные войска Стелс. И Логика, Ванила Гла. Самый обычный, простой парняга Глашник. Что ж, поехали. Вообще, Гла Миррор уже сотню раз говорил, что самые мои любимые матчапы, потому что здесь реально постоянно напряг. Очень редко, чтобы игра заканчивалась быстро. То есть, именно тактически, территориально здесь постоянно ведется борьба норками, внезапные выпады и все в этом роде. То есть, красота полнейшая. Сразу к центру ближе две норы, даже Дэнс немножко поближе. Но я вам скажу, что у Стелса все-таки есть, наверное, свои особенности. Все понимают, что Стелс, он и в Африке Стелс. В общем-то, сами видите, стелсные норочки. Правда, со старта, если пойдет играть Логика в Скорпы, то Стелсу придется потруднее. Но с, уже скажем так, дворцом Стелс себе задачу облегчит в этом плане. Ну что, стандартно, два сапа от Логики. Сразу норочка у своей вышки. Также чисто действует Дэнс. Ребята действуют абсолютно зеркально, если брать именно позиционные параметры. Сразу перестрелка в центре пошла, в дома пацаны сажаются. И Дэнс решил со старта захватить вышки. Свои невидимые ребели послал. Один сейчас сюда заедет, но здесь уже техничка. Он все равно невидимый останется. Нужно лишь подобрать тайминг и время. Ух ты! Хорош Логика! Увидел этот мини-подрыв мотика. И решил здесь проехаться. Но увильнул пацан. Не могу проверить, выучен ли захват. Но технички уже раскатываются. Первая техничка пришла от Логики. На базу к Дэнсу. Дэнс встречает. Скрапик нужно подбирать. Ай, ну, норочку хорош. Хорошо прокатился здесь Логика. И вы посмотрите, еще умудряется уехать. Классно. Молодец, Ванила Гла. Ой, забрал все-таки Дэнс вышку. Молодчина. А здесь не дали. То есть в экономике сейчас небольшое преимущество получается. Все-таки Дэнс. Все ближе к центру подбирается Логика. Наконец-таки первый выпад от Дэнса на саплай Логики. Но здесь хорошая коробочка. Правда, здесь может, мне кажется, со зданием проехать, нет? Ах, в расход техничка. Очень грамотно играет Логика. Поставил норы прям как надо, не пройти, не проехать. И сам попер захват, будет сейчас, скорее всего, его учить. Так, здесь в центре уже некий замес пошел. Очень активная игра со старта. Соперники строят друг друга. И как мне кажется, изначально все-таки я Логику считал и считаю фаворитом. Фаворитом не только этого матча, но и фаворитом данного турнира. На моей последней памяти я помню игру, когда Логика играл против Доминатора. Они играли вроде бы до 5 побед. И тогда Логика играл под ником Firestorm, и я одолел Доминатора 5-4. То есть вы сами должны понимать, что такое Логика. Так, перехватывает свою вышку. Ну, Дэнс красавчик. Дэнс очень хорошо смотрится. Позиции не сдает. За центр борется. И, в принципе, показывает, что палки в колеса засунуть он вполне может. Раскатывается по центру дозер. Поселяет пацанов. Ух ты, техничка какая прошла. Но квад должен встречать, нет? Нет, все-таки встретили. О, какие наглые норочки. Ай, миночка не прошла. Но в центре уже спам, посмотрите, от Логики. Все-таки проходит в центр. И первая наглая центральная нора. Это уже о чем-то говорит. Оу, суплай от Дэнса, посмотрите, третий. Ха-ха, круто. И кажется, что у Дэнса проблемы, потому что центр он сейчас начинает немножко проигрывать. Хотя вроде бы как исправляется. Квад вышел, ракетчики в расход, но все же в минусе пока Дэнс.
Но вот слева очень опасная нора. Готово. Именно позиционно сейчас очень интересная игра. Мне кажется, что здесь может уже и логика лепить суплай. Так, катается токсотрактор. Пацан сразу выселяется и заранее выходит квады. Ну, заметил логика, добычу ресурсов от своего оппонента. Нужно было стелсить данный суплай. И здесь уже обламывает зубы. Посмотрите, Дэн своему оппоненту. Неплохо. Нет, нагло такие рабы не прокатят. А вот наглые ребеля вполне. И уже технологии. Дворец от Ванилагла. И до сих пор добывается цента, правда, одним рабиком Дэнса, но все же. Так, проходит техничка. Неужели подрыв? Неужели сейчас стелс лишится вышки? Да, так оно и есть. Хорошо действует логика, но не удается твою дивизию. Хорош стелс. Смог предотвратить данный подрыв. На самом деле не всегда это удается делать. И треть саплай уже от Ванилагла. В центре. Здесь, конечно, ближе бежать к коробочкам. Память и тот, но у логики сейчас скоро пойдут уже, скорее всего, Battle Bus или Rocket Buggy. А у Дэнса тактика немножко другая. Спам, это два завода. То есть уже мнение игроков расходится об этой игре, да? Каждый решил сыграть по-своему. Да, готов дворец, причем, мне кажется, Дэнс, может быть, не увидел. Но подрыв делает, в отличие от логики, очень удачный минус вышка. Неплохо. Ой, как хорошо техничка прошла, твою мать, что рабика забрала. Да. Молодец, Дэнс. Реально он сейчас вообще не смотрится хуже логики, играет очень мощно. Но логика уже четвертый сап лепит к центру. Вот она наглость зашкаливает. Не знаю, можно постараться забрать военный завод по приколу. Если удастся, конечно же. Пока спам, спам, спам. Опять готовится подрыв, но вот... лучше, мне кажется, сейчас было бы уйти Дэнсу. Да, в дворец. Ох, какой спам у логики. Ведь скоро и батлбасы пойдут. Это опасно. Хорошо занял дом. Правда, непонятно кем. А может быть, там и рабочий сидит. Да, потому что он не отстреливается. Нет, ракетчик. Но логика справляется. И в центре, мне кажется, сейчас практически изгнал логика Дэнса, потому что нор нету. Вот единственное, на рану спам, конечно, большой. Все-таки Дэнс играет в два завода, я вам напоминаю. В два завода. Ну и с одного завода умудряется, конечно, логика спамить квадов меньше. Это визуально видно, но они скрапленные и лочкованные. Это говорит о том, что логика старается терять меньше юнитов. Да, и зажимается нора. Но есть справа фланга еще норки. Может справа выпад сделать, попробовать. Пошел перехват завода. И сразу же на это реагируют войска глашные, ванильные. Справляется токсотрактор, да. Слева фланга выпад от Дэнса. Это все должен был видеть логика. И техничка, неужели подрыв? Да, так точно, подрыв военного завода. Прекрасно, Дэнс. И остается без военника логика, но есть Battle Bus. И все-таки скрапленные лычкованные квады куда мощнее были этой фиолетовой пачки. Ужас, просто Дэнс. Как прекрасно действует, все-таки минус вышка Дэнсу. Как прекрасно Дэнс действует, и блин, ну... даже контролит, подрывает, ездит. Но вот в таких моментах опыт логики все-таки сказывается. Логика все-таки древний игрок, очень давно играет. Может быть, и с перерывами, но все же показывает блестящую игру. Пока ничего не ясно, но по деньгам у логики должно быть больше. Разбивается в наглый бункер, военный завод отстраивается. У Дэнса их два, и уже будет технология у Дэнса, дворец. В общем-то, технически у Дэнса есть преимущество, но территориально у него этого нету. То есть по экономике сейчас все-таки логика должен быть впереди. Да, интересно, очень бой. Сразу со старта такой замес пацаны показывают. Класс. Минки, минки пошли от стелса. Спам-то есть, но, увы, он не лочкованный и не скрапленный. Конечно, печалька. Так, в центре перестрелка. И уже пошел Дэнс во вторичную экономику. Но также логика тоже в нее пошел.
То есть, в принципе, зеркально в этом плане, да, ребята играют. Но все же логика, как я и сказал, опыта немножко побольше в этом плане. В глашных уж Мирорс как точно. Так как он, конечно, своими квадами расправляется. Посмотрите, стоило Дэнсу сделать в центре выпад. Сразу Дэнс теряет позиции справа, теряет суплай. Ой-ой-ой-ой-ой. Причем по центру теряет много квадов. Да, как-то Дэнс немножко подкосился. Убер-квады, они просто жесткие. Вы посмотрите, трехлучковые, двухлучковые. Сколько они живут уже на карте. Логика просто идеально свои юниты контрит. Я думаю, они сейчас в центре без проблем должны разбираться. Уже пошла 11-я минута игры, друзья. Джармен Кейл бегает от Ванилла Гла. Да, и получается, что, в общем-то, логика не играл даже ни разу в два завода. Плюс он завод свой терял. Но ему удалось переспамить. А именно, как по мне, логика больше юнитов выпустил. Но именно контроль, конечно, у Дэнса больше юнитов выпустил. Но, конечно, контроль логики дал себе знать. Да. Эти квады, эти старперы все порешали. Красиво. Так, дальше вторичка. Но теперь уже проблемы у Дэнса будут на базе. Логика проходит дальше. Уже беспрепятственно. Да. Вот он, дорогие друзья, старая школа. Классно Ванилла Гла, конечно, против стелса себя ведет. Несмотря на то, что у стелса все-таки было, как по мне, небольшое преимущество на старте. В плане генерала. Вышел первый батл бас от Дэнса. Если Дэнсу на прошлом World Series побольше повезло с соперниками, ему удалось пройти достаточно далеко, то здесь со старта сразу фаворит турнира выпадает, и, конечно, с этим будет тяжело справляться. Но, опять же, вспоминаем прошлый турнир, были сенсационные игры, где тот же Секси. Молодец, Логика 1-0, где тот же Секси играл с доминатором, с фаворитом и смог его выбить. Возможно, у Дэнса получится подобно, но пока об этом думать не стоит, потому что Логика 1-0 выходит вперед в данном матче. Ну что ж, друзья, продолжаем. Продолжаем. Следующая каточка. Смотрим, какой будет рандом. Ух ты! Классная очень карта. Если честно, подзабыл название, что-то с песком связано. И логика играет за Ванилу Чайну. Дэнс Глатокс. Ну вот, прекрасный просто шанс для Дэнса, на самом деле, сравнять счет в таком рандоме. И прекрасный шанс для логики, в общем-то, показать всю свою мощь и показать, что он реально фаворит в этом турнире. А именно, сильного достаточно оппонента победить, постараться Ванилла Чайной. Ванилла Чайна по праву считается, так сказать, слабым звеном среди всех генералов. Но посмотрим. Опять же, я много раз повторял, что зависит все, как по мне, от ровных рук. И я думаю, что Дэнс, извиняюсь, логика постарается вам это доказать. Сразу филд со старта, сразу в захват вышек уходит китаец. Центри на раз. Здесь, конечно, этот островок Глашнику намного проще занимать. На рид, посмотрите, все переходы сейчас Дэнс правильно делает, закрывает везде пути. Подрывничок хороший. И сейчас должен, я думаю, выйти первый Хеликс. Две казармы причем, то есть ракетчики убер быстро спамятся. Но территориально, конечно, Глашник получает преимущество. Сложно будет сейчас логикой, очень сложно. Там Дэнс пошел в захват. Причем сначала выучил захват, а потом пошел разбегаться своими ребелями. Пошла в центре такая мини-война. Все пересаживаются по зданиям. Здесь не прокатит. Но здесь одну вышку должен будет взять логика. И на своей базе тоже должен будет взять вышку. Что ж, в воздухе первый Хеликс. И по центру умудряется, но не возьмет. Квад, думаю, перекроет, да, этот захват. Ну, нагло очень Рабик побежал. И воздух контролится. Хеликс. Нужно вот этих наглых рабов, конечно, убирать. Что и делает Ванила Китай по красоте. А прямо со старта приходится логике играть ванильными генералами. Что ванильный глаз, что ванильный Китай. Вы посмотрите, какой наглый завод-то ставит китаец. Очень наглый завод. Но сразу он блокируется. Пошел в перехват Токс в центр. Не даст, наверное, Хеликс этого сделать. Сразу убирается нора, все верно. Но куда ж ты полетел-то? А, испугался
Выпад откладов, но нет. И вышка не перехвачена. Красавчик пока, логика контролирует карту. Выходит дракон блестящий, но нужно ракетчиков-то палить. Красиво. В общем-то, хоть какую-то пользу, но принес данный завод. Правда, остров теперь полностью, мне кажется, под командованием Гла. И можно было бы сюда даже суплай ставить. Так, отменяется захват. Хорош. Зато Дэнсу удалось только одну вышку перехватить-то, в отличие от логики, который две взял. То есть в экономике у Ванилы Чайна сейчас есть преимущество. Как ни крути, но оно есть. Это весьма удивительно. Отменяются норы. Не боится Хеликс ничего. Но одна нора наглая прокатит. И высадка пацанов, да. Здесь, скорее всего, будут заниматься сейчас дома. Так оно и есть. Очень напряженный матч. Как по мне, один из центральных матчей. Таких уже два было, даже три. Вот вам четвертый. Еще два Хеликса от логики, твою дивизию, а? Что он творит? И военный завод только сейчас ставится на родной базе. Не считая того, что был здесь поставлен. Хеликсы поперли вперед, будут отменяться на рай, посмотрите. Не достается Токсу так просто эта территория. Хорош, конечно, логика. Одними просто Хеликсами сейчас игру эту пока что для себя делает. Но вот он выпад, техничка 2 квада, завод готов, на базе пока нечем отбиваться. И если это подрыв, то это печальный, наглый раб может строить нору. Хеликс выбивает единственную сейчас вышку Токса. Минус военный завод, так точно, проходит квады. Пехоту спамить пытается логика, боже, сейчас как все плохо у Ванилы китайцы по ресурсам получает, но есть. Вышки одна сейчас уничтожается, забирает Токс себе еще одну вышку. Возвращается на базу Хеликса. Отбиваться. Я думаю, у них должно это получиться, да. И остается у логики всего лишь одна вышка. Это будет сейчас уничтожено. У Дэнса тоже одна вышка. По ресурсам все одинаково, но тут получил китаец по саппелтраку. Ух, какая напряженка. И заново отстраивается военный завод. Да. Тоже знал, что так звонил Чайну. Сейчас такое сопротивление логика. Красиво. Вот этого рабика, конечно, отменить бы. Туда и полетел. Но сейчас я вам скажу, что... А по рангу логика, конечно, куда выше Дэнса. Он очень много ему уничтожает юнитов своим воздухом. Ну, один Хеликс был, конечно, потерян. Но и то там высадили пехоту. И третий Хеликс готов уже на поле боя. Правда, нужно туда, наверное, посадить пацанов, да. Или же он будет... Нет, есть Хеликс с пропагандой, который чинит наглый Токса Ребель. Помирает. Но я не думаю, что так в наглую сейчас получится захватить. Хотя вот отвлек красногвардейцам. Посмотрите, ракетчика нет. Нет, ловится, да. И без проблем здание уничтожается. И логика может для себя взять в центре вышку. Красиво, очень грамотно китаец играет. Опять норочка слева фланга на территории. И какой наглый перехват. Нужно ловить техничку. Рабик. И, возможно, подрыв филда. Ах, на минах нет, пустая техничка, просто выстрелила рабика. Но справляется. Справляется с потом на лице логика. Вышку забирает в центре. Да уж, ну и катка. Вторая подряд игра и очень напряженная. Ну, кто ж сомневался, то что такая напряженка будет в таком бою. И второй суплай в центр за коробочками. Охотится сейчас логика. Минус Ребель. Минус рабочий в центре. Да, Хеликсы бушуют. 2 минуты игры. Минус квад. Пошла чисто нора и, скорее всего, будет минус вышка. Эх, надо ракетчик-то убивать, конечно, опасный пацан. И выпад, наконец-таки, от Глашника. Ох, драконами как действует. Китаец. Нет, все-таки возвращает на базу Хеликса. Я думал, что пойдет пушить. Контратаку, логика, но нет, возвращается и отбивается успешно. Да, Дэнс просто он уже и не знает, что делать с этим логикой. Ведь даже за Токса у него сложно получается играть против Ванилы китайца. И без потерь Хеликса, круто, круто. Все-таки второй суплай отстроил Дэнс. По деньгам не особо проигрывает. Командный центр от Ванилы Китай. И по одной вышке у каждого. Здесь не стал добивать логика вышки. Память заспямится квада. Даже на базе есть уже стингер. Боится Хеликсов Дэнс. Но один стингер ничего с ними не сделать. Зона сброса также имеется у Токса. Ну, база уже такая. Достаточно хорошо смотрится у логики. Еще один Хеликс, кажется, готовится.
Плюс повышение. Да, повышение от китайцев, конечно, опасная тема. Опа, но есть квад. Опять же, действует дракон. Да, можно помогать хеликсами. Разруливать ситуацию. Минус вышка, но почему... Ой, извиняюсь, минус норка. Почему опять одна норка оказалась здесь? И сейчас просто будет минус суплай. Хорошо действует логика и не очень понятно мне действует Дэнс. Нужно сразу обстраиваться везде на раме. Что ж так одной норой-то сидеть? Тут центр уже разграбил, расчистил логика и полетел на базу к Дэнсу. Да, Дэнс получает сейчас сильно. Дэнс потерял очень много юнитов. И я думаю, что логика близок к третьему рангу. Сами понимаете, что такое ранг китайца. Да, пошел арт-удар. И сдается Дэнс. Не выдерживает морально. 2-0. Логика тащит за ванильную чайну, дорогие друзья, против Гладтокса. Это о многом говорит. Это говорит о том, что логика реальный фаворит. Ну, в данном матче, понятно. Ну и показывает, насколько в хорошей он форме. Ведь он Дэнса затащил сейчас с ванильным китайцем. Токса. Что ж, следующая игра, дорогие друзья, поехали. Смотрим, какой будет рандом. Придется логике сыграть за пехотника. А Дэнс за нюка. Но вот сейчас рандом теперь на стороне логики. Если в прошлом матче все-таки рандом был на стороне Дэнса, то здесь уже все абсолютно меняется. Но окей, если сейчас Дэнс покажет, что и он может... в худшем для себя положении тащить катки, то это будет очень круто. Ведь все-таки пех с своими аванпостами очень опасен. И будет играть достаточно, вроде как и рискованно, но оправданно будет играть Дэнс. Скорее всего, опасный выдвижной завод куда-нибудь туда в центре и спам драконами. Ну а что еще выдумать против пехота? Я сразу припоминаю игру, когда играл с кем-то бойко, честно не помню с кем. Вот на этой карте вроде бы... То ли с Фарго, то ли еще с кем-то. И он просто удивительным образом в таком же матчапе вытащил за нюка. Или даже заводил чайну именно вот такими своими выдвижными заводами. Ну, смотрим. Два сапа со старта от пеха. В один сап ланчная Дэнс. Пошел во второй, понятное дело. Завод готов. Сразу все это дело палится. Выйдет сейчас первый дракон. Еще и дозер когда-то пошел. Ну, можем минку влепить на него. Минаркетчик так справится. Минус дозер. Память ракетчики. Только сейчас отстраивается завод. Немножко поздно у логики. Он мог за это поплатиться, кстати. Но успевает вроде как. Вот этот суплай можно уже минусовать идти. Сейчас спамится ракетчики. Пошел батлмастер. Ах, все-таки не туда дракон пошел. Зачем прямо на завод идти? Ведь в этой зоне вообще все чисто. Проехать, заминусовать казарму. Точнее, саплай, потом казарму. И все очень хорошо. Но выходит аванпост. Успевает. Каркас отменить надо! Ах, повезло здесь, что не среагировал Дэнс, он мог отменить этот каркас. Так, и посмотрите, какой наглый проходит миниганер прямо на базу. Ну что, неужели будет наглый захват? Нет, захват вышек не выучен. Юниты спамят и спамят Дэнс один за другим. Так, хороший гатл пришел к саплтракам. Но создал Дэнс своему оппоненту проблемы, серьезно создал. И логика сейчас только отбивается. Ох, какой прошел миниганер, и в расход пошел саплтрак. Захват Дэнс пошел, вышка и нефтепереработка будут давать скидку на юниты. И какой классный миниганер. Ой-ой-ой-ой-ой, неужели минус 2 саплтрака? Нет, справляется на тоненьком здесь Дэнс. Да, вот вам и контратака от логики, из ничего просто-напросто. Ух, дозер нельзя так терять. Нет, еще один есть дозер. И вы посмотрите, логика пошел к ответным действиям. Раш готовится, очень близко казарма, но хорошо заняты постройки, минус аванпост. Я думаю, что сейчас в центре в скором времени должен все-таки справляться здесь пех. С этой злой, с этим злым заводом. Но в это время уже нюк-то достаточно развился, имеет все. Минус дом. Нет, пока завод живет. Завод целехонький. И пошел уже на базу, посмотрите. Пех к своему оппоненту ядерному. Есть на базе завод у Дэнса. Опять же, здесь аванпост справляется. Да, и теперь нужно Дэнсу придумать, как обороняться.
Очень многие игроки на самом деле играют против пеха в Airfield, ну за других китайцев, но здесь Дэнса нет Airfield, и сейчас пропускает на мейн. Тут дозер есть. Причем ласт дозер-то! Мог бы логика заминусовать последний дозер. Но нет. Не действует как плохой. Даже не то чтобы плохой, а по-спортивному действует, так сказать, не вырубает дозер. Да. И дает Дэнсу шанс еще развиваться. Ну все же можно нагло суплай вообще лепить. Так, перехват есть. Твою вышку логика должен уже занимать. И справляется Дэнс. Правда, мины хорошие на суплае. Или на БМе, даже непонятно. Нет, наверное, на суплае все-таки. Отъезжает Ньюковский БМ и выживает ресурсник. Центр завод отменен. Ну, вы посмотрите, как нагло играет пех. По ресурсам, конечно, сейчас полное преимущество получать. Таким захватом территории. И поджимается Дэнс. Второй завод на базе ставят. Да перехватывать надо, куда ты рубишь-то? Да, пошел перехват вышки. Но не успеет, наверное, красногвардейцы. Успеет захватить все-таки логика здесь вышку. Конечно, неприятно. Работают аванпосты, в упор подъезжают. БМов и удачно играют. Да, успевает логика перезахватить вышку. Я не знаю, ну с красногвардейцами двумя навряд ли справится. Даже их три. Надо было раньше высаживать этого пацана. И будут перехватывать Дэн свою вышку, скорее всего. Опять же, третий матч. И матч очень интересный. Матч напряженный. Бункерится во всю. Логика уже поставил суплай. Ах, мины хорошие! Хорошо засадился. Очень вовремя все пех делает. Ой, прошел аванпост. Последний дозер строит центр пропаганды Нюку. Ай-яй-яй, ракетчики как пошли в расход, но минку успел поставить. Хорош Дэнс, держится в таком рандоме очень хорошо. И уже черный лотос от логики. Минус один БМ ядерный, минус второй БМ ядерный. Без проблем, ЕЦМ-ки действуют. И лотос уже на поле боя. Ох, можно потерять суплай сейчас. Хотя, я думаю, Гаттл должен успевать. Да, успевает Гаттл и сразу дозел принялся чинить свой суплай. Но счет 2-0, дорогие друзья, в пользу логики. Проигрывать Дэнсу ни в коем случае нельзя. Хоть и сложный матч, так как он своему оппоненту просто оставит матч-поинт. Да, и сдается Дэнс, посмотрите! Опять заранее сдается, опять морально не выдерживает. Хотя можно было еще продолжить игру. Но, возможно, он посчитал, что это все напрасно. Да, интересный вариант. И 3-0, дорогие друзья. Вроде три напряженных битвы. Вроде Дэнс играет достойно, но по счету такое ощущение, что логика просто на голову выше своего оппонента. Хотя по игре так особо и не скажешь. То есть реально игра очень ровно. Но мы приступаем к следующей игре для логики Match Point. Если он берет сейчас катку, то он берет этот матч. Если же Дэнс берет катку, то Дэнс, ну, немножко, наверное, все-таки психологически восстановится. И, возможно, камбэчит. Я сразу вспомнил матч, когда играл с Куба. Не помню, с кем играл с Куба. Как раз-таки с Куба играл с Гуглом. С Гуглом. И тогда он проигрывал 4-0. И вроде бы затащил ту игру 6-5. И, в общем, это был просто эпик. Я не помню, где я смотрел эту игру. Там я ее не показывал вам, но игра была эпичная. Слушай, со старта неужели два сапа наглых? Да, посмотрите, какой суплай от логики, интересно. Я не посмотрел, кем пацаны играют-то. Заговорился. Так, Ванила Юса, а это кто? А это подрывник, все ясно. То есть, Demolition и США Ванила у нас играет. Ну, что ж, для Дэнса, в принципе, неплохой рандом. Можно постараться, можно попробовать. Посмотрим, что с этого выйдет. Сразу хорошие норочки ставит, занимает позиции. Ну как в наглую логике, конечно, два сапа играет. Завод готов, пока казармы нету. Ох, дроп какой, дозер отменяется на ра, да? Временно отменяется. И на саплай, да надо ехать и рубить их пацанов. Мешать им добывать денежку. Все прекрасно понимает. Логика еще не дает отстроить норку. Ну прекрасно просто контролит свой дозер. Очень прекрасно. Класс. Вот здесь уже опасность подходит. Не получится сейчас в 3 часа пути. Но он все прекрасно понимает Юса. И даже строит Firebase. Так, пошел первый хамви.
Рабик сейчас в расход, скорее всего. Нору не удалось построить. И нужно убивать, да, этих ракетчиков. И дозер прекрасно справляется. Боже, как все-таки качественно играет логика. Как он все это круто делает. Мне нравится, мне нравится. Но сейчас Дэн смог бы здесь суплай влепить. Еще мог бы здесь. Это, в общем-то, бесплодные земли. Ох, подрыв минус саплай. Бесплодные земли, но, как видите, немножко здесь выровнена земля. Пригорок сделан. Минус саплай есть. Логика остался последний. Можно сюда подорвать. Все это Дэнс видит. Деньги есть еще на ресурсник. Что с дозерами? Ах, последний дозер, что ли? Последний дозер! И то, как он был в опасности, в какой мог бы технически-то поработать над ним. Твою мать, Дэнс. Ой-ой-ой, это еще повезло Локике, что он его здесь не просрал. Так бы остался без дозеров, и так бы Дэнса были бы просто огроменные шансы взять эту игру и уже уйти от сухого счета. Но пока вперед пошел Логика. Технички просто с Hellfire дронами, технички в расход. Может менять суплай. Красиво играет Логика. Очень красиво играет. Так, Рейнджер гоняется. Распродает суплай. И Гла остается в один саб. Да, как же все-таки Логика играет. В наглую, резко, рашит. И просто идеально контролирует свои юниты. Это красиво смотрится. И уже в хамера спамятся ракетчики. Казарму только сейчас устроил Ванила Юса. Но пока Дэнс не сдается, как он это делал ранее. Значит, Дэнс еще рассчитывает на что-то. Опять, наверное, будет подрыв. Да, военный завод минус. Красава, Дэнс. Нет, не минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво сыграл, конечно, и Логика, но потерял свой последний дозер, друзья. Все. У Юсы больше нету бульдозеров. И это знак, что у Логики хорошие шансы. Нужно подрывать, подрывать, подрывать. Неплохо было бы, конечно, уйти в Дворец. И в Джармина, но... Сейчас спам Хамви тоже хороший, достаточно. Ведь есть ключевые здания, есть один суплай, есть казарма, есть военный завод и есть электростанция. В принципе, это все, что нужно сейчас Юси. Больших зданий никаких и не надо. Конечно, было бы жирненько иметь стратегический центр, но и без него Логика сейчас чувствует себя хорошо. Даже без дозеров. Вот в чем весь прикол. Спам Хамви хороший. В один сап играет Дэнс, он зажатый. Это, конечно, не в его пользу. Пошла техничка, неужели опять подрыв? Но можно попробовать законать своего оппонента одними подрывами в такой ситуации. Но подрывать-то много. Да плюс и Логика не дурачок, контролирует. Вот прямо сейчас Хаммер напоролся. Точнее, не Хаммер, техничка. Но минус один Хаммер был. Два подрывника для электростанции готовились. Может быть, доподорвать завод, не знаю. Да уж, напряженная четвертая игра. Опять же напряженная, друзья. Вот по счету не скажешь, да, что все так просто для Логики. Точнее, наоборот, по счету ты и скажешь, что все так просто. Но на деле это ни хрена не просто. Но пошел вперед Ванила Юса. Чем защищаться? Как мне кажется, у Дэнса юнитов ни хрена и нету. Опять готовят подрывы, но здесь уже убер-пачка от Логики пришла. Да, жестко. Сейчас суплай пойдет в расход. Ну вот, реально, когда уже нужно сдаваться, Дэнс не сдается. А в тех матчах все-таки мог еще и потерпеть. Не знаю, может рассчитывается что-то где-то все-таки построить интересное. Или на минке рассчитывает. Ну а пока чистится все, чистится, да. Конечно, этот World Series по сравнению с прошлым для Дэнса провальный. То есть с сухим счетом он сейчас пока проигрывает. В первом раунде, но что-то пытается ездить. Не хочет подорвать военный завод, убрать, уничтожить. Но есть Хаммер, да, который не даст. И каркасом выживает Дэнс. Никак не хочет прощаться с данным турниром, абсолютно. Ну, как по мне, Логика все, дорогие друзья. Проходит в следующий раунд со счетом 4-0, просто разгромив своего оппонента, да. Причем сильного оппонента. И за, так сказать, слабенький родом Логика тащил. И, в общем, показал мастер-класс полнейший. Показал, самое главное, что он в прекрасной форме. Я поздравляю этого игрока. Друзья, подписывайтесь на канал. Не забывайте, кстати, я забыл сейчас. Скажу вам, с кем будет дальше играть Логика. Кто им будет противостоять в следующем раунде.
Опа, кто помнит игру, когда играл Пабло Эскобар? Сейчас скажу с кем. На сайте совсем другой ник. Так. Когда играл Пабло Эскобар против Олди 21. Вот как раз таки логики придется сыграть с этим Олди 21, дорогие друзья. Ну что ж, пишите, каковы шансы логики не только на матч, но и в общем на турнир, как вы считаете. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте. Конечно же, ставьте лайкусик и не забывайте про Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.